Прошедшее лето оказалось нещедрым на дожди, и в регионе остро стал водный вопрос. О том, в каком состоянии система водоснабжения сегодня и какой будет, говорили на встрече губернатор Владимир Владимиров и министр ЖКХ края Роман Марченко. Прозвучало, что в рамках нацпроекта «Экология» и региональных программ в этом году на Ставрополье в работе 15 значимых водных проектов. Их общая стоимость 619 миллионов рублей. Самый крупный – строительство водовода в Новоалександровском округе. В результате качественную воду получат почти 4000 жителей в 8 населенных пунктах. Есть и проекты в Предгорном, Шпаковском районах и в других территориях края. Губернатор призвал держать на контроле ситуацию с водоснабжением на Ставрополье. В случае, если будут возникать какие-либо проблемы, необходимо оперативно вырабатывать предложения по их устранению. Каждый год, к сожалению, у нас из-за погодно-климатических условий добавляются все время населенные пункты, где каптажи уходят, скважины пустеют и внешние источники водоснабжения уходят. Поэтому эта программа должна постоянно развиваться и постоянно дополняться. Есть, значит. Модернизация библиотеки номер 13 завершается в Ставрополе. Там полностью заменили электропроводку и трубы, обновили пол и стены. Особое внимание в ходе реконструкции уделяет созданию безбарьерной среды. В соответствии с современными стандартами переделали пандусы, выполнив их поверхность из нескользящей плитки, безопасной даже в непогоду. Работы проходят по нацпроекту «Культура». В Пятигорске до конца года отремонтируют 25 улиц. В порядок приведут асфальтовое покрытие, бордюры и тротуарные зоны, а также нанесут свежую разметку. На эти цели направили свыше 150 миллионов рублей. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Детская школа искусств в Ессентуках получила новые музыкальные инструменты. В преподавательских классах теперь есть 3 фортепиано, а 2 рояля разместили в большом и малом залах. В библиотечный фонд школы также поступили современная учебная литература, интерактивная доска, проектор и экран. Все это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». В Ставрополе будут выпускать прямошовные электросварные гибкие трубы для нефтяной и газовой промышленности. Завод разместится на территории индустриального парка. Предполагается, что в 2021 году объемы производства достигнут более 4000 тонн продукции. Обустройство проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.